Армысыздар, құрметті көрермендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. День полиции отметили сотрудники Департамента внутренних дел Карагандинской области. Вчера в селе Байкадам в водоеме утонул 14-летний ребенок. В Карагандинской области очередное дорожно-транспортное происшествие. В этот раз впоследствии ДТП погиб гражданин Германии. День казахстанской полиции – это знак благодарности всем тем, кто самоотверженно создавал полицию нашей страны и трудился в ее рядах. Это выражение признательности ее ветеранам, которые честным служением своему делу снискали уважение народу. Эту знаменательную дату отметили сотрудники Департамента внутренних дел Карагандинской области. В 1992 году Верховный Совет Республики Казахстан принял закон об органах внутренних дел Республики Казахстан. Это был первый правовой акт, определивший задачи и функции казахстанской полиции. Конечно, праздник не обошелся и без марша сотрудников Департамента внутренних дел. По статистике, за 20 лет число погибших при исполнении служебных обязанностей составляет 34 сотрудника полиции. Память павших за родину почтили минуты молчания и возложили цветы к монументу. Мучительные годы покинувших наши почетные ряды. Эта память еще долго будет отдать. Парк защитников Отечества пестрел алыми генеральскими лампасами. В этот день обычно сотрудники органов внутренних дел награждаются орденами различной степени. И это дань памяти тем, кто мирное время отдал свою жизнь ради спокойствия и безопасности казахстанцев. По словам организующей стороны, на сегодняшний день деятельность патрульной полиции проводится усиленно. Оглядываясь на прошедшие 20 лет, мы можем сказать, что проделана большая работа, пройдены нелегкие 90-е годы, серьезная работа проводилась, и мы с гордостью можем сказать, что в настоящее время в нашей Карагандинской области есть общественный порядок, есть общественная безопасность, есть подразделения, которые борются с организованной преступностью. И в целом криминогенная ситуация в области контролируется и на достаточно нормальном уровне. Мирамгуль Салкимбаева, Карат Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. С наступлением лета число утонувших увеличивается. По словам специалистов Департамента по чрезвычайным ситуациям, большинство из них – это взрослые. Но этот раз в селе Байкадам утонул 14-летний ребенок. Из-за невнимательности родителей погиб еще один ребенок. Трагедия произошла вчера в Карагандинской области в селе Байкадам. По словам спасателей, мальчик 1998 года рождения утонул во время купания в 6 часов вечера. На территории поселка находится водохранилище, которое даже не имеет названия. Но в связи с ливневыми дождями оно подняло немножко уровень, расширилось и все. Этот мальчик вместе со своим младшим братом играл на берегу и решил его переплыть, используя кусок пенопласта. Не доплывая до берега метров 30, очевидно, пенопласт или разломился, или просто вырвался из рук и уплыл. В результате чего он не смог плыть дальше и утонул. Тело из воды было извлечено около 9 часов вечера силами водно-спасательной службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, в которой было задействовано 4 человек и 1 единица техники. По их словам, после прибытия на место происшествия тело из воды было вытащено через 15 минут. Глубина водоема составляла 2 метра. Дети, они не могут оценить степень опасности и собственной силы. Вот это самое главное. А самое главное вот этой трагедии, потому что никого взрослых на водоеме не было. Если бы кто-то был поблизости, все равно могли бы помочь, спасти и все. А младший брат, пока он оббежал озеро, увидел, что брата нет, побежал за помощью, пока взрослые пришли, все, драгоценное время было упущено. Конечно, с приходом жарких дней всем охота купаться в различных водоемах. Дети, взрослые и даже люди в нетрезвом состоянии забывают о том, как нужно вести себя на водоемах. Однако стоит помнить, какой сюрприз может преподнести нам судьба. А спасатели, в свою очередь, делают предупреждение всем жителям Карагандинской области. Обращаюсь через ваш телеканал ко всем карагандинцам. Наступили жаркие дни, все стремятся отдохнуть у водоемов. Будьте бдительны и осторожны, вода не прощает ошибок. Особенно касается родителей, не оставляйте своих детей без надзора. Потому что дети очень активные, они перемещаются, плыть могут. Допустим, такой случай, у одного ребенка унесло резиновый круг надувной, и он бросился за ним, чтобы догнать.
Естественно, круг он не догнал, мы его перехватили, вернули на берег. Могла бы случиться трагедия. Мирамгуль Салкимбаева, Дмитрий Обрак, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Карагандинском экономическом университете выпускники защищают магистерскую диссертацию по программе университета Шанхайской организации сотрудничества. Работу 14 студентов в режиме онлайн оценивает профессор Астраханского государственного университета. Стоит отметить, КФУ выпускает второй поток студентов, обучающихся по данной программе. Университет Шанхайской организации сотрудничества функционирует как сеть уже существующих университетов в государствах-членах ШОС. Это Казахстан, Китай, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, а также странах-наблюдателях, такие как Монголия, Индия, Иран и Пакистан. Подготовка кадров высшей квалификации в рамках университета ШОС осуществляется по приоритетным областям культурного, научно-образовательного и экономического сотрудничества стран-участниц организации. Это регионоведение, экология, энергетика, IT-технология и нанотехнология. С 2009 года Карагандинский экономический университет входит в сетевой университет Шанхайской организации сотрудничества по направлению IT-технологии. С университетом заключены двусторонние соглашения с Новосибирским, Астраханским государственными университетами и Санкт-Петербургским университетом информационных технологий, механики и оптики. В результате договоренности в КФУ на протяжении одного года обучаются в одном из вышеназванных университетов и в КФУ на протяжении второго года. По завершению программы выпускники получит два диплома, также сертификат сетевого университета ШОС. По окончании данного проекта наши магистранты получат как дипломы нашего Карагандинского экономического университета, дипломы вузов-партнеров России и получат диплом Шанхайского проекта. Получив диплом Шанхайского проекта, наши магистранты смогут быть востребованы во всех странах Шанхайского проекта. Это прежде всего Россия, Казахстан, Китай, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. В связи с тем, что проект имеет международный уровень, магистерскую диссертацию оценивают специалисты с Евразийского национального университета имени Гумилева и с Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Две магистерские диссертации являются действительно актуальными в условиях нашего времени современного образования, потому что они направлены на развитие электронного университета. Это актуальный проект ихного университета. Этот проект актуален для всех вузов Казахстана, в том числе и для вузов-партнеров проекта УШОС. Да? Поэтому работы заслужили высокую оценку. Они отражают нынешние проблемы, которые есть в организации управления подобными системами. Да? Я считаю, что этот проект нашел хорошее и достойное отражение в рамках исследования такими молодыми и перспективными специалистами. Функционирование в качестве базового университета ШОС позволит КФУ разрешить обмен учащимся студентами, аспирантами, докторантами, научно-педагогическими работниками, наладить научно-академическое сотрудничество между вузами шести стран, а также внедрить современные образовательные методики и технологии. Марал Тукенова, Кайрат Рашидов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Казахстанская полиция 20 лет стоит на защите интересов государства. Ее история непрерывно связана с историей государства и казахстанского народа. Сегодня аким Карагандинской области Бергазы Кусаинов торжественно поздравил и наградил сотрудников правоохранительных органов. Торжественная часть началась с того, что глава региона награждал отличников нелегкого труда и отметил, что большую часть жизни сотрудники полиции отдают непростому делу по укреплению законности и правопорядка. Уважаемые сотрудники полиции, сердечно поздравляю вас с замечательным праздником, 20-летием создания казахстанской полиции. За все годы своего существования полиция страны успешно решает задачу, поставленную главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Благодаря этому казахстанцы могут спать спокойно, заниматься мирным созидательным трудом во благо нашего молодого суверенного государства. Свой вклад в решение этой задачи вносит и коллектив полиции Департамента внутренних дел Карагандинской области. Ее сотрудники отличают высокий профессионализм, преданность своему делу, глубокое чувство долга, понимание, ради чего они нередко рискуют своим здоровьем и жизнью.
Сегодня у сотрудников полиции есть все необходимое для выполнения стоящих перед ними задач. Материальная база, автотранспорт, радиосвязь, некоторая криминалистическая техника, соответствующие кадры, знания, опыт и традиции. В рядах сотрудников полиции несут службу люди разных национальностей. Ежегодно отряд полицейских пополняется молодыми работниками. Большинство сотрудников, не жалея сил и времени, добросовестно выполняют свои служебные обязанности, стоят на страже правопорядка, борются с правонарушениями, активно вносят свой вклад в становление и процветание нашего государства, показывая пример самоотверженного труда, стойкости и мужества. На пути совершенствования организации служебной деятельности департаментом проведена большая работа. Оптимизирована организационно-штатная структура, исключены дублирующие функции, тем самым сокращены управленческие звенья, укреплены и объединены службы по функциональному принципу. В связи с тем, что ряд полномочий передан в другие министерства и ведомства, органы внутренних дел были освобождены от несвойственных функций. Решение возложенных на нас задач невозможно без тесного взаимодействия с местными исполнителями и представителями органов власти. Участковые инспектора, сотрудники патрульной полиции и других подразделений Департамента внутренних дел за безупречную службу были награждены медалями и поощрениями. Также 210 сотрудников за добросовестную службу и высоких достижений были награждены памятным нагрудным знаком «Казахстан Республика СН Полиция СНА Джирма-Жыл». Также почтили погибших сотрудников при несении службы минуты молчания. Их семьям вручили ценные подарки. Программу мероприятий завершил концерт с выступлением звезд казахстанской эстрады. Марал Тукенова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области очередное дорожно-транспортное происшествие. В этот раз впоследствии ДТП погиб гражданин Германии. Об этом сообщает корреспондент bnews.kz с ссылкой на пресс-службу Департамента внутренних дел Карагандинской области. 20 июня примерно в 12 часов в Актугайском районе Карагандинской области на автодороге Алматы-Балхаш 47-летний водитель автомашины Mitsubishi Pajero, гражданин Германии, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет. По предварительной версии, водитель уснул за рулем, сообщили в полиции. По данным полицейских, в результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. Пассажиры также гражданин Германии и гражданин Российской Федерации с различными травмами госпитализированы в больницу Балхаша, сообщают стражи порядка. По факту ДТП проводится расследование. В нашем регионе школьник погиб, упав с лошади, сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел Карагандинской области. Подробности у Мирамгуль Салкимбаевой. 19 июня около 10 часов вечера на зимовке вблизи города Жезказган 15-летний учащийся 9 класса упал с лошади. По словам сотрудников внутренних дел, житель города Сатпаев погиб от полученных телесных повреждений. 15-летний подросток упал с лошади. По предварительной версии, она, значит, испугалась от лая собаки. По данному факту проводится расследование, после которого будет принято процессуальное решение. Мирамгуль Салкимбаева, Дмитрий Обрак, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Молочные продукты играют важную роль в питании человека. На тяже Сутфабрика С – одно из ведущих предприятий молочной промышленности, которое заботится о здоровье казахстанцев. В настоящее время произошел ребрендинг упаковки. Оформление отделов низких цен, которые работают с 2011 года, также приобрело новые очертания. Подробности в нашем следующем материале. Бесперебойно движется на склад конвейер из разноцветных упаковок, и кисломолочная продукция всех видов разводится потребителям. Можно утверждать, что Натиже – первое крупное молочное предприятие с кардинальной модернизацией и высокой производственной мощностью. Теперь на торговых прилавках магазинов продукция Натиже будет красоваться в новом обличии. Ну а с прошлого года их можно приобретать в отделах низких цен, которые расположены во многих районах города. А именно магазин «Восточный», «Казахстан», магазин «Чайка», «Юбилейный», на рынке «Арай» и в торговом доме «Алмаз». Благодаря значительному повышению качества обслуживания, расширению производства, продукция нашла достойное место. В основном мы покупаем молоко, покупаем кефир. Да, ну, в принципе, получается, что мы покупаем абсолютно все. И прежде всего привлекает то, что продукция натуральная, и в этой продукции не используется растительный жир, чем грешат другие производители очень много. Потому что вы там любой состав посмотрите, то есть там нету ни сухого там, растительного, и чего-то такого. Поэтому мне и детям очень нравится. Но только стабильность и процветание молодцы, так держать.
Словом, все для удобства потребителя. Видя довольные лица покупателей, можно с уверенностью сказать, что именно благодаря такому девизу молочная компания «Натиже» добилась больших результатов. Привлекательность и полезность продукции оценили и покупатели, посетившие торговый дом «Алмаз». За годы работы на рынке изменилось многое. Усовершенствовалось оборудование, технологии, поменялась упаковка, но незаменимый вкус остался прежним, замечает еще одна из частых покупателей продукции «Натиже». Мне нравится эта продукция тем, то, что она преимущественно натуральная, то, что у нее срок хранения маленький, о чем говорит вот именно натуральность продуктов. Я давно пользуюсь этой продукцией. Благодарна Казахстану, Караганде, в частности, то, что у нас есть свои стада, которые дают молоко, из которого можно изготовлять более-менее натуральный продукт. Но свои предложения караганинцы могут передавать через продавцов отделов низких цен, ведь компания «Натиже» всегда рада иметь обратную связь с покупателем. Молочная продукция «Натиже» содержит в себе все необходимые вещества для человека, но в отделах низких цен покупать продукцию стало еще приятнее. Продукты, повышающие иммунитет, в новой упаковке полюбились почти всем карагандинцам. Сегодня конкуренция между производителями остра по-особому. И, конечно же, выигрывает тот товар, где сходятся два важных для потребителя показателя – цена и качество, что и доказывает продукция «Натиже». Анна Шелкарбеки, Жанна Липов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. В летнюю жару в нашем городе можно найти настоящий кусочек моря с его обитателями. Караганду посетил черноморский дельфинарий. 300 тонн воды прямо на арене цирка, плюс к тому потрясающие трюки в исполнении дельфинов и южноафриканского морского льва. Анапский дельфинарий. Именно оттуда были привезены два редких вида дельфинов – афалин и морской лев. Два дельфина – Долли и Зак – брат с сестрой, рожденные в неволе. Их родители также артисты дельфинария. Можно сказать, что это целая династия. Эти морские млекопитающие во многом похожи на людей. Ну, например, Зак у нас, он очень любит позировать, играть, беситься. Девочка более работяга. Они так же, как и маленькие дети, играют и иногда ссорятся, но обиды быстро проходят. Привести такую компанию составляет немало хлопот. Специальным самолетом они были доставлены в Карагандинский цирк. Тут их ждал огромный бассейн с 300 тоннами воды, которая была специально приготовлена, чтобы быть приближенной по составу с морской водой. В таких условиях дельфинам работать очень комфортно, и они готовы радовать карагандинцев. Трюковая составляющая разнообразна. Тут и прыжки, и игры с мячом, пение, танцы, рисование, кручение обручей и многое другое. Это все показывают только дельфины. В программе есть также южноамериканский морской лев по имени Найва, который, в свою очередь, несмотря на свой юный возраст, ей всего 3 года, уже имеет достаточно внушительный арсенал трюков. Этой троице есть что показать нашему искушенному зрителю. Начало гастролей будет проходить 23 и 24 июня, начало в 16 часов. Это на этой неделе, буквально вот суббота и воскресенье. Поэтому мы приглашаем всех карагандинцев к нам в гости. Ждем. Пожалуйста, будьте активными, получите массу удовольствия. Александр Крыло, Дмитрий Оборок, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас вы видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Салбон Уздар.